Приветствую вас, дорогие зрители. После просмотра видео обязательно оцените качество новостей лайком. А мы начинаем. Все заметили, что в последнее время Алла Борисовна молодеет и хорошеет день ото дня. Позитивные изменения во внешности 72-летней примадонны связаны, безусловно, с работой пластических хирургов. Впрочем, сама звезда не скрывает, что обращается к ним за помощью. Телеграм-канал «Звездач» публикует комментарии специалиста врача Института пластической хирургии и косметологии Дмитрия Китиашвили. Пугачева из тех людей, кому повезло с генетикой, поэтому пластику она начала делать поздно. Проработано все лицо, против возраста не пойти. Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделана шея и руки. Это то, что выдает возраст женщины. Но уверен, что ноги и грудь она не трогала, объясняет Китиашвили. Ранее у Аллы Борисовны заметно опустились уголки бровей и глаз. Эти проблемы решает смэс-лифтинг. На операции лица певица потратила, по информации ТГ-канала, более 1,5 миллиона рублей. Также, как утверждает эксперт, были сделаны абдоминопластика и липосакция, которые стоят от 1 до 2 миллионов. Омоложение обошлось Пугачевой не менее чем в 3,5 миллиона рублей. Алла Пугачева записала видеообращение, в котором объяснила, почему не реагирует на критику и оскорбления в свой адрес. Его она опубликовала в личном инстаграм-аккаунте. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.